Здравствуйте. Вот он, момент настал. Игра, которую мы так долго ждали, близка к началу. Для вас работает дуэт комментаторов Василий Уткин и Василий Соловьев. Василий, я поражен тем, как вы восприняли этот матч еще до его начала. Жалко только, я не знаю, кто же такой Хаммурапи. Какая несдержанность, какая грубость. И теперь вперед. Кажется, вратарь сам решил поучаствовать в атаке. Гибсон. Великолепный перехват. Неплохую передачу сочинили. Эшли Коул. Фил Невилл. Неудачный вышел пас. Родвелл. Гибсон. Родвелл. Азар. Многообещающая ситуация. Бен-Аюм. По-моему, слегка перестарался парень и все усложнил. Хороший был шанс. Ох, какой важный шанс он сейчас упустил. Бейнс. Пас, хорошо. Родвелл. Родвелл. И в одно касание вперед. Гибсон. Родвелл. Мяч выкатывается за боковую. Аут. Фабригас. Родвелл. Очень напряженный первый тайм. Богат ли он был событиями, судите сами, но эмоциями был очень богат. И вот уже близок перерыв. Защитник разряжает обстановку. Это головой удар! Нет, нет, нет. Там не было гола. Там не было гола, хотя... Многим бы этого очень хотелось. Нет, это, конечно, не гол, все мимо, хотя оборону он прошел ловко, да? Рауль Мейрелеш. Я думал, ошибется. Ну и вперед, вперед, темпа не теряем. Перерыв. Если второй тайм будет таким же, как первый, какое великолепное зрелище ждет нас всех в этом матче. По такому скромному результату первого тайма могу сказать, что вратарская школа в последнее время достигла грандиозных высот. Я бы даже не решился предположить, каким образом можно обескуражить этих голкиперов во втором тайме. Первые 45 минут матча завершились со счетом 0-0. Вот подача. Осадь! Какая досада! Какая досада! Игрок так красиво прорвался к воротам. Интересное продолжение. Кехил. Хиберт. Атака продолжается. Какой-то неторопливый игрочок. Назначается угловой удар. Неплохо задумано. Длинно. Вот зачем футболисту голова. Диего Кошта. Диего Кошта. Рамирес. Азар. Диего Кошта. Быстро сыграно.
Ну же, давай! Кто-то любит тактику контратак, кто-то любит другие стратегии, но в данной ситуации это явно верное решение. Команда играет отлично. Сейчас что-то будет. Изящно сыграно. Хорошая защита. Эта ошибка может стоить команде очень дорого. Чуть-чуть поторопились атакующие, и такой обидный офсайд. То ли судья такой внимательный, то ли футболисты впрямь не чувствуют этой воображаемой линии, но постоянные спорные офсайды. Хороший комбинационный футбол всегда подразумевает активное использование краев. Кехел. Вот придумщик. Гибсон. Ой, как грубо, как тут мороз по коже пробежал. Липсон. Фабригас. Очень своевременный перехват. Хороший пас дальше по полю. Ну и не сбиться бы, хорошо-то как. Вот такие эффектные удары на самом деле часто оказываются предсказуемыми. Ну вот, еще несколько сотен лошадиных сил потрачены зазря. Этак можно еще долго мечтать о голах, если калашматить по мячу абы как. Вот эта смена позиции, мало того, что это такая классика, что ли, футбола, тотальный футбол, это же еще и очень запутывает соперника, вы понимаете? Бейнс. Очень четкий перехват. Так, грядет проверочка на точность удара. Какая смелая игра головой. Мяч в сетке ворот. Похоже, это заключительный гол сегодняшней встречи. Какая хорошая тактическая находка. Давит на соперника. Сейчас задавит. Вот она, цена фола. Гол со штрафного. Статистика вратаря, которая несколько мгновений назад выглядела такой белоснежно-чистой, теперь выглядит несколько грязноватой, что ли. Очень велик теперь соблазн сыграть по счету от соперника. Думаю, игрок представлял себе последствия этого отбора. Желтая карточка. Звучит свисток арбитра. Фантастический матч. Какая игра!